Ой, привет. Ирочка. Всем привет. Окси. Саша, привет, дорогой Ира. Какое блюдо? Шурпа. Это еда для черной жопы. Да, Илонка. Очень сильно проголодался. После тренировки и встречи. Соф, привет, дорогая. Как ты? Марин. Спасибо большое. Спасибо. Вы чем занимаетесь? О, Ильдар. Красавчик мой брат и партнер. Спасибо, Соф. Спасибо, Бог. Вы знаете, что я заметил в последнее время? Не верьте людям, которые вам называют брат, брат, брат. Они же при первой возможности вам поставляют. Поверьте. Не знаю, если я назвал человека братом, то, наверное, блин, я даю себе отчет о том, что... Да не важно вообще даже... Брат или не брат. Просто как можно так поступать с людьми? Ну, это слово брат, это просто, ну... Я уже даже боюсь, я думаю, что я даже больше не буду использовать это слово. Слово брат. Такие люди вообще подставляют. Я не знаю, что, почему. Почему я до сих пор верю в эти слова? Спасибо, спасибо. О, Марина, пожалуйста, давайте без брата. Уже просто пипец. За эти брата, блин, братья, я, блин, в такую жопу. Ну, не за них, я сам виноват. Потому что сказать, что брат, ну, они ни при чем. Это я должен, блин, понять, что, блин, как. Что нельзя так доверять людям. Илюха, привет. Брат. Кунем лаве си, брат. Нахуй нужен. Извините за мата, пожалуйста. За 3 недели? Извините, какие 3 недели? Ну да. Хочу за 2-2,5 недели я в минус 65 тысяч рублей за брата. Брат. Бафанкулу. За брата. Извините, пожалуйста, это просто уже крик души. А все равно, блин, я почему-то верю людям. Почему-то я верю людям, блин. Ну, если я сказал, что дай 100%, решай вопросы, блин, ну, пипец. Как бы ни было, я должен решать вопросы. Я дал слово. Я клялся маме, детям своим. Клянусь, брат, клянусь своим детям, клянусь своей маме, клянусь своим родителям. Ну, извините, опять. Эти люди, я не знаю... Они боятся, что, блин, их молитва, их клятва, блин, как это, сбудутся. Клянусь своим детям, блин. Все 3 детей, мама, родители, блин, слава Богу, дай Бог им здоровья. А ты, блин, клянешься, а потом, блин, нифига, не выполняешь. И не то, что, блин, у тебя их нету, у тебя не есть, блин. Пипец, честно.
сидишь, дома, да. Да не, никто не обидит, просто, да. Я сам виноват. Нефиг было, блин, слушать. Поверьте мне. Поверьте мне, если человек... Не, я никогда не кидал, не кидал людям. Никогда. Да, бывали ситуации, что... Да, я брал деньги у человека в долг. И как называется? Приходило, как называется? Срок. Когда нету, я беру, я перезанимаю. И я беру, я выхожу на связь. И общаюсь с человеком, я ему рассказываю ситуацию, так, так, так. И всегда решаю вопрос. Я не кидаю человеку в черный список. Я не, блин, я не... Никогда ты меня не услышишь, я клянусь. Никогда. Блин, зачем, блин, беспокоить, блин. Господи, блин. Баба Риска, привет. Реально. Ну, в общем, все бывает. Хочется даже просто танцевать. Димаш, вам у кого? Ин суп, ла. Ин бон суп. Це трэ бон, мон фрэ. О, Жан, привет. Танюш. Спасибо. Это хороший совет вам. Брат, это только. На самом деле, я думаю, хочется сказать, что, извините, брат, это только родной или что, но на самом деле я не могу так сказать, потому что мои лучшие друзья, на самом деле, мы не родные братья еще, вообще, но люди вообще вот такие, которые больше, чем родные. Но надо быть просто осторожным и не верить всем, кому, всем, кто говорит брат, брат. Так, Эля, Эля, блин, бедная Эля, ну, так себе не очень хорошо, но молюсь за нее, не особо хорошо. Ну, спасибо, Кадырова, спасибо, как тебя дела там? Женька, привет. Ты чего не спишь, брат? Давай, Валентинка, иди поешь. Не слишком поздно для тебя? Я хочу набрать 5 килограмм, но что-то за сегодня всего второй раз я ем. В таком темпе я никогда не наберусь эти 95 килограмм. Да, мы расстались. Дома? Ты где-то уже у родителей? Расстались, слава богу, чтобы не было никакой грязи или все и так далее. Просто одно я могу вам говорить. Все, кто кричат, брат, брат, гоните их нахрен. Не ведитесь на эти братья, блин. Не до братьев, блин. Он же при первом же возможности тебя, блин, поставить нафиг. Не, Женя, ты можешь меня хоть брат назвать. Привет, привет, Брит. Ира, привет.
Всем привет. Да, в Ростове, если сказал, ну, надо выполнить, ну как? Ладно, если не побывать, что не получилось, блин, надо выйти как мужчина, блин. Объяснить ситуацию, а не, блин, блокировать, блин, прятаться, поставлять человек. Хорошо. Все. Следующее. Спасибо, брат. Ты об этом говорил, да? Об этом? О, да, 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 спасибо. Приятно. Спасибо. Да, Жень, конечно, я приеду к тебе, ты что? Привет, привет всем. Илюха, привет, бро. Я нормально. Ты как? Блин, так хочется просто... бывает же нормальный брат, что человек тебя называет брат, и ты понимаешь, что да, там нету никакого подвоха. Что да, порядочный человек. Почему все не могут быть таким? Что, блин, ну ты же назвал его братом, блин, ну так давай. Зачем? Или как вчера отметить день рождения? Меня это слово брат уже бесит. Отмечаешь еще до сих пор? Ничего себе. Брат бухает за меня там. Брат. Слово брат, блин, я не знаю. Я завтра напишу текст. Напишу пост про это слово брат. А я ем, как это, плов. Плов. Хороший плов в Чайхане. Привет, привет. Лёх, как ты, бро? Вообще, я худею с этим. Да, я в Москве. А вы где? А кто где? Сколько у вас там времени? Да, я свинку ем, да. А что, с лопаткой я должен был есть? О, Наргиза, приятного аппетита. Из какого города ты? Ксюш, привет. А, с чем нужно есть плов? Саунджи. Красавчик. О, сочи. Лонта. Сейчас я попрошу, чтобы мне привезли, как это, лопатку тогда. Слушай, я жду приглашения на свадьбу. Как и когда? А ты в Москве? О, а где ты ешь плов? Дома, что ли? Сама приготовила? Юл, привет. Если тебе человек называет брат, брат, брат постоянно, гони его нах. Эти братья не до братьев, которые тебе кидают потом. Так, я жду приглашения. Не забудь, я после тебя сразу тоже женюсь. Плов хороший. А, руками что ли плов едят? Руками едят, да. Извините, я пока еще не мастер по рукам.
Павина? О, господи. Вот, Ксюша там, Валенцу Оксана. Она скоро, у нее скоро свадьба. Да плохо получается что-то. У меня руки чистые. Я после метро. Не, я после метро зашел, помыл руки. А, вы любите яйца? А, три раза руками поем, и везде, где я пойду, я скажу, уберите вашу вилку и все, и так далее. Я только руками, да? Что-то наелся уже. Ну так вкусно. Представьте. Скажите, пожалуйста, когда вы в ресторан сидите, кушаете, и вы наелись, а что вы делаете, и что и осталось? Достаточно хорошая порция. Вы что делаете? Только честно. Давайте. Потому я всего второй раз за день ем, но что-то я голодный был, но что-то я объелся. Скажите, вы что делаете? Чего вы так долго там? О, блин, пишут они. Давай, давай, я уже жду. Леха, давай. Забирай с собой. А он забирает. Да ем, но не оставлю им. Здравствуйте, здравствуйте. Елизавета, когда ты в ресторан кушаешь и достаточно большая порция осталась, ты что делаешь обычно? Илонка, Илонка, ты что там делаешь? Подожди, я не дочитал, что ли, или фото пропустил? Что вы делаете, скажите? О, кажется, чуть-чуть место освободилось. Чуть-чуть места, нам нужно еще чуть-чуть. Спасибо. А вы едите руками? О, наставник. Тебе на ночь нельзя есть. А, я все, я заберу с собой тогда. Привет! Можно, если забрать с собой? Очень вкусно. Я не хочу это оставить. Один фиг ты это будешь кушать, не будешь. Я ем руками, тем более. Это что? Орфей, здесь есть селери соте. Сакурома, но, масса, очень вкусно, поэтому я заберу с собой. Вот тоже лепешка. Я съел чуть-чуть осталось. Вы как? Вы так же, как я, едите руками? Руками или...
Или когда вы приходите в ресторан, вы такие все пафосные. Пафосные. Будьте с собой, блин, что это за фигня? Будьте с собой, живите как вам хочется. Живите в кайф, другими словами. Нефиг, блин, извините за выражение, но тут не подскажет. Вы ёбываетесь, блин. Захотелось есть руками, есть руками. Я поел руками, честно говоря. А, шашлик. Вы едите шашлик руками или вилкой. Сидите так, все такие важные. Вайбо. Я, например, не знаю, что руками его едят. Теперь я только руками буду есть плов. А я здесь часто бываю, очень часто. Ну, 4 раза в неделю точно я ем здесь. А китайскими палочками надо? А, ну вот, Елизавета, ты уверена, что ты ешь пальцем? Пожалуйста, намажь с собой, хорошо? Спасибо большое. А, принеси чай. Черный, черный, именно черный, я же черный. А, да? С лимоном, хорошо? Отдельно, отдельно. Спасибо. Не, ну не суп руками же. Вот, вот, Ром, все правильно, все по кайфу. Живите в кайф, все делайте. Роман Поляков говорит всегда очень важные, очень хорошие, очень правильные вещи. Вообще, на самом деле, очень крутой парень. Знакомьтесь, Рома. Не, ну не суп, не руками же. А я иногда суп. Бывает ли вы, что вы берете и суп едите так? В тарелку прямо. У вас бывает такое? У вас бывает такое, что вы берете тарелку так? У меня бывает такое. А вот еще один взорванный парень. Девочки, мальчики, посмотрите, Игорь Зелинский, Роман Поляков. Это просто очень-очень-очень крутые ребята. Это не просто слова. Заходите к ним. Вы много чего, полезного увидите, почитаете. Это ребята, у которого я много чему научился, на самом деле. Все, когда так, вы едите так, Вика, вот так. Анжела, вы пьете так, суп так. Я бываю так, я пью. Я беру тарелку, я пью так. Вы бываете так, у вас такое бывает. И да, я в Казахстан собираюсь, у меня там уже, блин, тем более люди там всегда. Вот. Привет, привет, брат. Хорошо, как ты? Я рассказываю, скажи, пожалуйста, ты как кушаешь? Я просто сейчас кушал плов вилкой. Мне сказали, что плов едят руками. Я начал есть руками. А ты как? Ешь руками или даже шашлик руками? Руками ешь шашлик или ножом или что? Рассказывайте. И я обычно пью суп так. Ну, могу так обычно, когда я очень хочу, очень спешу. Блин, я хочу приехать. Я приеду, брат. Блин, у меня такая тема. Я тебе рассказывал про такую тему, ты пропускаешь. Ну, ладно. Мое дело было тебе дать слово, рассказать, что и как. Твое дело попытаться разобраться и развиваться со мной, ну, блин. Ой, сколько у меня этих братьев. Блин, эти много из них, блин, только подставляют меня, блин. Много из этих братьев, блин. Пипец. Из-за них я выхожу, блин, в большие минусы, блин. Хотя я сам не богатый. А, ну, в Казахстане все хвачено. Да, и тебя, и всем спрашивая, как там едите. Мела, да? Мел, привет тебе большое. Меня зовут Джозеф. Я уверен, что ты красотка. Так что береги себя, слушайся родителям, потому что никто тебя никогда не полюбит, как они. Вот и все.
Да. Да, брат, я только за. В смысле, чего не говоришь, что представляют? Не понял, брат. Ой, дева, дева, дева. А, да поставляют. Ну, блин, ну, да бог с ними. Бог судья, блин. Бог судьи сами, как это называется. Свапа и век. Игорь вообще. Вот такие дела. Он меня не портит, наоборот, с Игорем. Я развиваюсь. Я расту. Как личность. Так что Игорь вообще офигенный парень. Да, попробуй. Попробуй, попытайся просто, как это. Если будут какие-то вопросы, да, я тебе расскажу, что и как. А дальше уже ты примешь решение. Но если хорошо разобраться, ты поймешь, что вообще тема бомба. Просто, я не знаю, блин. Лучше не находил, честно. Я поэтому этим занимаюсь, честно говоря. Да, вот, Сереж, я полностью с тобой согласен. На самом деле. Ребята. В смысле, такой же хохотушка. Анжела, я спросил у тебя, как ты ешь? Ты ешь руками когда-нибудь что-нибудь? Или все, вилка, рул, все как пафос? Скажи, пожалуйста. Ну, в общем, у меня к вам один совет. Будьте собой. Будьте совет. Живите в кайф. В другими словами. Зачем, блин, выебываться, блин? Извините за матом. Живите, захотелось есть руками, поел. Захотелось встать и танцевать на улице. Взяли и начали танцевать, зато и в кайф. А у тебя дома это где? Откуда понаехала? С Игорем у меня все растет. А почему ты свеклу ешь? А почему свеклу ешь? Я вообще не могу понять, что это за, что это за. И ты тоже, не оправданный пафос, даже дома, а в Казани. А сейчас ты где, в Москве, да? А, я в Казани еще не был, блин. Говорят, очень красивый город. Я очень люблю детей. Я вообще, когда я еще играл в футбол, я мечтал, чтобы, когда мне будет 18 лет, чтобы у меня родила ребенок, да, родился ребенок, и мы с ним играли в одной команде, когда мне будет. Я не выпендриваюсь. Евкай Вилкой? Ну, если Евкай Вилкой, ну, то, блин, пожалуйста. Да. Я очень хочу детей. Тем более, моя мама каждый день мне, вот, когда уже, у меня же 3 сестры, я самый младший. Когда уже ребенок будет? Когда? Сау, спасибо вам. Видите? Я заказал, я взял с собой свою еду. Здесь очень вкусно. И вот сервис, как обслуживает здесь, мне очень хорошо здесь. Я чувствую себя как дома. Поэтому я до сих пор уже дома, не готовлю. Уже давно. Короче, брат, сахар есть здесь. Все нормально, все есть. Сахар есть, да, я просто что-то. Да. Короче, вот такие дела. А, и ты не брызгаешь такие вещи. Ну, в общем, если вы едите руками, все нормально. А сейчас в Москве? Приятного чай-питья. Я тоже чай буду пить сейчас. Я в чайхане сижу. Здесь чайхане. Это киргизский чайхана. Мне очень нравится здесь. Я себя чувствую как дома. Я могу есть руками, я могу... Короче, все, что я хочу, я могу делать. Ну, в общем, будьте собой. А я что говорю? А мама мне каждый день говорит, вот, а где, когда дети будут у тебя, я хочу внуки и все и так далее. Я очень хочу детей. И причем неважно. Я не из тех мужчин, которые считают, что есть чужие дети или все и так далее. Потому что меня самому воспитывал отчим.
И меня воспитывал отчим. Он очень любил маму. До сих пор, ну, короче, ну... Ну, в общем, для меня это нормально. Все, полетели. Полетели. Спишемся, поговорим. Я в Казани ни разу не был. Как-то у меня там очень хорошая знакомая там. Не, мама моя не в Москве, мама моя в Африке, в Камеруне. Я из Камеруна же. Я понаехал из Камеруна. Так что вот такие дела. Ну, пиши в директ тогда. Все, решим вопрос. Илонка, ты что там смеешься постоянно, блин? Я что-то не так сказал. Сколько маме лет? Моя мама исполнилась 60 лет. 10 ноября. Она у меня самая лучшая, самая красивая. Самая. Ну, давай наберем народ. Все, точно все супер. Серега, я не знаю, что там варят в Камеруне или что там. Я не знаю. Я не в курсе. Да, Игорь, самая взорванная. Я уехал, Серега, я, конечно, понимаю, брат. Я просто из Камеруна уехал в Камерун очень давно. Я еще совсем маленький был. Понимаю, брат. Мне было сколько? 17 лет. Да, я возвращался 2-3 раза, но все равно. Я еще маленький был. Ребят, будьте собой, живите в кайф. Все остальное все фигня. Мы живем один раз. Зачем мне надо жить? Все, Серег, брат, обязательно, брат, передам. Я расстался недавно тогда с девочкой. Расстался с девочкой недавно, и было очень нелегкое как-то расставание. Ну, слава Богу, сейчас вроде нормально уже. В общем, все хорошо. Общаюсь с девочкой, к чему это приведет. Надеюсь, все хорошо будет. Хотя самое главное для меня сейчас пока отойти. Вообще совсем забудь бывшую, но все хорошо. Но 8 месяцев встречались и жили вместе. Да, на самом деле тоже, брат, я согласен с тобой. Ну, не знаю просто, ну, у меня еще один минус, брат. Я сужу все под себя, понимаешь? Я сужу все под себя. Я думаю, что если я сказал, ну, я так сделаю, ну, все должны... Ну, не знаю, я не прав, наверное. Надо научиться судить людей, как они себе, ну, как они себе подают. Знаешь, у меня раньше был большой вопрос. Анжела, ну как без мамы? Как относиться по-другому к маме? Ну хотя, каждый человек заслуживает, какое отношение он получает. Ну хотя у меня всегда не так. У меня бывало, что долгое время у меня была ситуация, что я уважал все девушки, но я их все, каждую девушку видел, но передо мной каждая девушка для меня была как сестра. Нет, конечно, не, я согласен, ну, нет, конечно. Нет, надо стараться исправиться, ну, хотя, блин. Привет, Сашка, как ты, родной? Что ты где? Я тебя уважаю, конечно. И только недавно я понял, буквально, блин, 2 года назад я понял, что пипец, нет, надо принимать человека таким, каким он есть.
Если девушка себя ведет как с шлюхой, извините за выражение, да, значит, надо ее с ней общаться как со шлюхой. Мне, честно говоря, очень больно этого осознать, потому что я бы убил человека, который бы, ну, блин, общался с моей сестрой, ну, как, ну, не с уважением. Ну, извини меня, но если моя сестра этого заслуживает, то, пожалуйста, блин, назови ее так, если она так себя ведет. Просто раньше ты... Салют, салют, салют. Как дела? Просто сейчас... Реально. Просто ситуации такие бывало, что бывало, что... Блин, ты с девушкой, ты с ней общаешься. Не, не в 17 лет. Я не один. Я же иногда, я же был во Франции, жил во Франции, в Китае, в Финляндии тоже. И... Ну и... Ну, не, на самом деле так оно есть. Но в любом случае, я просто раньше думал, блин, нет, ну это же девушка. Как бы ты хотел, чтобы относилась к твоей сестре, относилась к ней так? Ну нет. Они, много из них, блин, не заслуживают такое отношение. Они не заслуживают. Ты, блин, много из них, блин, хочется просто, я не знаю, обзывать. Но, блин, опять же, воспитание не позволяет. Когда тебе, например, девушка тебе пишет в директ или где-то, и тебе первое, что девушка тебе задает, какой вопрос, а какой у тебя, ну, сколько сантиметров твой член? Ты сидишь, думаешь, блин, пипец. А вроде смотришь на девушку, очень интересная, симпатичная, блин, ну а что дальше? Ну, блин, я не знаю. Ну, не, мы обо всем, Сандра, привет, дорогая. Мы обо всем. Мы обо всем тут обсуждаем. Мы начали о том, что всех можешь ты есть руками. Пошли насчет братьев, что, блин, не надо доверять всех, кто говорят, тебе называют братом. Серега. Братцуля тебя. Братцуля тебя, вот. Илона, да, заходите почаще, потому что моего брата, ему хорошо с вами. Наргиза, спасибо, что вы радуете моим братом. Да, Панкратова, я тебе говорю, я за, блин, 3 недели попал на бабки, блин. Брат, вы расстались-то своим? А со своей женой вы расстались, что там? On parle de tout et de rien, de la vie et tout. Мы обо всем разговариваем. На платину. Не, на этот раз нет. А разводишься? Блин. Но тебе виднее, вам виднее. Нельзя остаться в отношении, как это, в браку из-за ребенок, из-за кого-то. Надо жить счастливо. А вы считаете, что ребенок должен держать люди, ну, вместе, заставлять люди быть вместе, если они считают, что уже нету, ну, нету любви? Скажите, пожалуйста. Я просто еще не был, как это, ну, у меня не был ребенок еще, но мне сложно это, как это, мне сложно обсуждать. О, причина развода. Все виноваты, блин. Да, я стал русским, конечно. Все виноваты. Причина какая? Обе хорошие.
не только семейный разговор, мы общаемся, мы говорим обо всем. Конечно, Анжела, куда ты денешься? Зайдешь еще. Да, брат, конечно, я не знаю. Я жил с девушкой, да. И так было здорово, что я вспоминаю, я настолько привык к этому, к тому, что я просыпаюсь, я ее разбужу, она соберу в школе, ну, я ее разбужу, спрашиваю у нее, какую кашу ее сварит. Она, конечно, капризная была, пипец. Какую кашу варит, я иду, варю кашу, сижу, ну, мне этого не хватает. Но это было здорово, конечно. Вот это было. Хорошо, спишемся, ты тоже пиши. Да-да-да. Все как положено. Оба, жена и теща. То есть, Серег, брат, жена и теща всегда виноваты, да? О, Леха, привет, привет, дорогой. У нас тут такие щепетильные темы. Мы тут спрашиваем, если люди расстались, разводятся, люди должны ли разводиться, если у них ребенок есть? Или они должны остаться вместе, даже если у них нет чувства и ради ребенок? А что ты удивляешься, блин? И жена, и теща. А Серега говорит, что нет, оба виноваты. Виноваты всегда жена и теща. Не знаю. Да, сетевой бизнес, это, конечно, круто. Да. На самом деле, я тебе уже говорю, Леха, ты для меня, блин, пример. У меня еще своих детей нету. Но, блин, для меня очень важно. Я смотрю, как ты со своими детьми там занимаешься. И с женой, короче, все круто. Занимаешься одним делом. Ну, это круто, на самом деле. Серега. Всех, кто, ну, всех, я уважаю очень людям, которые в семье живут, и все хорошо, и даже когда плохо, но они вместе и крепятся, конечно, ничего, ну, как, везде бывают свои минусы, конечно, и семья, все ругаются, но они все равно вместе крепятся. Игорь, хочу в команду. Игорь, отойди отсюда в своей секторе. Да, на самом деле, это... Я вижу, блин, я слежу за тобой же. Дети нахуй. Семью сохранять надо в первую очередь. Золотые слова. Я буду иметь в виду, я приму к сведению, потому что, ну, мне предстоит все-таки семейную жизнь завтра, послезавтра, не знаю когда, но... И будете праздник на моей улице. Понимаете? Так что, спасибо. Для меня очень важны эти советы и все и так далее. Блин, когда же топнем, блин, блин, Леха, я сам уже очень этого хочу. Вот у меня была девушка, блин, я не могу опять, не могу не вспомнить, нет, блин. Обидно, конечно. Все вроде казалось, что вот-вот-вот, все хорошо. Но, вот, не вышло, расстались. Причем, для меня, вы знаете, всегда казалось, что Ну, чтобы расстаться, это только вот эта грязь, измены и все и так далее. Но оказалось, что есть причины на самом... Ну, блин, я не знаю.
Есть и другие причины. Не знаю. Я всегда думаю, что, блин, люди, любящие друг друга, как казалось, но, блин, ничего, кроме вот этой измены. Потому что если ты любишь человека, ну, блин, зачем изменять и все и так далее. А тут оказалось, что есть другие причины. Но это хороший, как называется, урок для меня в будущем. Поэтому я вам честно говорю, я с октября месяц до вот, начала декабря столько бухал, как за всю свою жизнь, так не бухал никогда. Честно, я вообще, честно говоря, не пью обычно. Но я бухал очень сильно из-за этого. Но спасибо, Лех. Я думаю, что и все хорошо будет. Только мама там давит, когда уже дети, когда уже внуки и все и так далее. Это нелегко, конечно. Но будет. Лех, это мама меня, мама воспитала. Мама таким воспитала. Я ее очень благодарен. Очень-очень. Потому что реально я смотрю иногда люди со стороны, думаю, господи, как они живут. Как? Илонка, я понял намек, хорошо. Все, потом поговорим. Спасибо, Серега, спасибо, Лех, спасибо. Я не забыл, Серега, ты что, я не забыл. И мы даже с Машей договорились, что я привезу. Я заказал для нее торт. Она знает, что за торт. Для нее я заказал специальный торт. На самом деле. Да, Леха, вообще, спасибо. Леха, я тебе говорю, я тебя впервые увидел, когда ты рассказывал насчет нашем проекте, как ты вышел, как ты закрыл вайт, первое. И я смотрел на тебя и хотел постоянно слушать и слушать, чтобы, блин, ты не останавливался. Я понял, что да, вот свой человек, реально, это круто. Ты для меня вообще пример большой, честно. Еще спортом занимаюсь, везде успеваешь, молодец. Все, привет, бро, привет, как ты? Блин, при чем тут Игорь, при чем тут шоколадка, ё-моё. Илонка, не слушай его, короче. Он хороший парень, но он любит, я не знаю, что он там тебе говорит. При чем тут шоколад? Алена, привет. Все свои, партнеры, люди, друзья. Все свои, хорошо, когда все свои сидят в эфире. Спасибо, бро, давай, приятных снов тебе. Я знаю, что ты всегда рано просыпаешься, чтобы, блин, заниматься детьми, собирать, ну, хорошее, и идти в зал. Я тоже собираюсь бросать ночной работы и дальше заниматься уже, чтобы днем просыпаться, потому что рано утром. Это так лучше, так правильно. Все, договорились, все. Мужики, не заходите больше. Серега себя чувствует, как в общежитии. И ему круто. Спасибо, бро, спасибо, дорогой. О, как племянник зовут? Скажи, пожалуйста. Спасибо, Ален. Спасибо. Ален, как дела? Как успехи? Все, давай, бро, наберешь, да? Я сейчас уже закончу. Поеду домой сейчас. Да, я там по телефону, у меня всегда рядом лежит. Колян! Знаешь, Колян, когда я слушаю это имя Колян, честно, ну это не... Мне это напоминает Коля Должанский. Да, многие считают его фриком и все и так далее. Но на самом деле он очень крутой, умный и, как это, веселый и как добрый тип. Честно говоря. Поэтому для меня Коля это не тот фрик, который вы видите просто так, блин, и все остальное.
Коля Италия меня вот ассоциирует с хорошим мужиком и умный, добрый, обзывчивый. И, ну, так что, Колян, давай, будь мужиком и слушайся родителей. И у тебя по-любому все будет хорошо. Давай. С днем рождения тебя. Хорошо. Хорошо, Оль. Наставник, любимый наставник. Скажите, пожалуйста, мне идет борода? У меня никогда такая большая борода не была. Идет мне или нет? Все-таки надо брить ее. И как думаете, если я делаю афро, отпущу волосы так много, хорошо, мне подойдет? Подойдут? Да, я заряжаю. Вы знаете, я вам расскажу одну историю. Расскажу немножко историю о себе. Я много где бываю. Я работал в стриптиз-клубе, я этого не скрываю. Я много чему научился там. Все, что происходило в моей жизни, это было... Я получил большое удовольствие везде, где я бы я не был. В футболе, в модельном бизнесе, в актерском я получаю до сих пор удовольствие. В бизнесе я живу в кайфе. В стриптиз-клуб, когда я работал, я получал большой кайф там. Да, но просто нужно идти дальше. Поэтому нужно дальше расти. Касательно это, я никогда не понимал, в чем же мое. Я приходил везде, и я прихожу в стриптиз-клуб, я вижу такие... Большие, накачанные. Я вообще не накачанный, такие здоровые. Где-то 70 парней были там. И я получаю, я захожу, я не мог понять, почему, что люди увидели во мне, честно. Я всегда думал, ладно, я это веселый, блин, кайфую, но мне все равно. А дальше, все больше, после этого стриптиз-клуба я поехал на Доме 2, и тоже там. Я вообще не понимаю, что там от меня ждут. Что там? Я думал, что меня выгонят на следующий день, потому что я не понимал. Я думал, что мне дадут сценарий какой-то. Я буду читать и буду делать. Нифига, мне ничего не дали. А, я влился в этом коллектив и спокойно там жить. Вы знаете, со временем все было очень... Благодаря Дом 2 я сейчас понимаю, что... Ну, есть харизма. И что есть люди, я всегда рад заряжать людям, как это, своей энергетикой. Я рад, когда люди, когда хорошо людям. Мне приятно, когда я прихожу где-то, мне люди говорят, блин, Джозеф, мы тебя увидели и все. Ты нам понял настроение и все и так далее. И это очень круто, на самом деле. Просто будьте собой и, не знаю, даже что сказать. Не знаю, а вид, мама мне всегда говорила, что это, почему ты так всегда спокойно, как? Если у тебя вроде что-то случилось, а через 5 минут ты уже улыбаешься, я говорю, мам, это не значит, что мне все равно, просто так. На самом деле, я такой, сейчас я даже на самом деле горжусь этим, не знаю. Это опыт, это просто жизненный опыт, честно говоря. Мне бывало, что приходил в места, мне говорил, он стриптизер, он тут там делает, он работает. Да, ребята, да. Да, ребята, да. И многие даже думают, что на самом деле, что они, наверное, задают себе вопрос. И если я грущу, я вообще грущу. Да, ребята, я грущу. Я бываю грущу, я прихожу домой, честно говоря. Я прихожу домой, у меня так, мне так плохо, мне так фигово. Я начинаю рыдать,
рыдать. Особенно последний уровень. Я рыдаю. Потом, блин, думаю, ну, господи, что тут? Через 5 минут я включаю музыку, начинаю танцевать. Хорошо, и мне все хорошо. Когда у меня плохое настроение, я не выхожу из дома. Я сижу дома. Пока я не... Ну, правда, у меня плохое настроение долго не держится. Пока у меня, я не приду в себя, я не выйду из дома, чтобы кому-то другому не портить настроение. Ну, я стараюсь так. Слава Богу, что это быстро у меня происходит. Черная полоса? Блин, я не знаю. Для меня черная полоса это испытание. Это испытание, это способ, чтобы, блин, еще расти. У меня сейчас черная полоса. Да. Я черножопый, у меня сейчас черная полоса. Я могу это сказать. Ну, я не знаю, я не падаю духом. Да, тяжело очень. У меня такого, ну, я, по-моему, не помню, что такое бывало. Но я знаю, что это мне, я должен держать, я должен выдержать. И после этого, это я еще сильнее стану. Я должен держаться и не сдаваться. Чуть-чуть еще, и все нормально будет. И я теперь буду смотреть завтра на эту ситуацию, скажу, и улыбаться. Вот так и растем. И главное мне, для себя даже, как это называется, урок, запомнить урок и делать работу над ошибками. Потому что сейчас, когда я вам рассказываю, что когда люди говорят брат, а потом поставляют вас, это не их проблема, это я виноват на самом деле, что я верю людям. Они не виноваты. Они живут свою жизнь. У них все хорошо. Я беру, блин, верю. Это мой косяк. Ну, не знаю. Если у работы нету, на самом деле, перспективы. Ну, смотри сама, какие перспективы у тебя рабочие. На работе, я не знаю. Короче, пиши мне в директ. Да, наблюдение корректировок действия. Напиши мне в директ, потому что поговорим нормально. Потому что у меня сейчас 1.5 минуты осталось до эфира. И я закругляюсь. Оля Голди. Вот прекрасная Оля Голди, наш партнер. Она живет в Израиле. Я видел тоже. У нее муж и ребенок. Такая красивая пара. Семейная жизнь, они живут свою скромную. И Оля одна в Израиле качает с нашим проектом. Молодец, Оль. Вообще ты большая молодец. Тобой горжусь. Хуя молодец, Вера, хуя молодец. Я просто живу в кайф. Я выбираю жить в кайф. У меня сейчас прямой эфир закончится. Мы много чего приятно поговорили. Мы много чего как-то обсуждали. Было очень много чего полезного. Я его сохраню. И для себя, и для вас. Может, кому-то интересно будет. Я могу вам только сказать одно. Будьте собой. Если что-то не так, пытайтесь понять, что не так идет, как я пытаюсь сейчас понять, что я не так делаю, и работаю над ошибками. Так что вот такие дела. О, день прошел хорошо. Вот, у меня просто 30 секунд, 20 секунд осталось. Я не очень люблю скорость, если честно. Я... Не люблю экстремальные. Вера Наумова, приятный снов тебе. Да, ты поздно зашла, хотя ты сначала заходила.